Добрый день. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Ну, как говорят, начнем с позитивной новости. Капуста вся стоит, вся нормально, выдержала она похолодание. Открывать я уже не буду. Такой, они смирно стоят. Все с ними хорошо. Они пережили, скорее всего, даже не минус 3. Это был не только заморозки, это был холод. Вода замерзла, лед, по-моему, до сих пор не оттаял. Сейчас проходить будем, посмотрим. Но капуста, она уже морозостойкая. Ну и печальный мой опыт. Не удался, рекорд не побили. Томаты мои все замерзли. Ну, жаль, но как в любом деле, без поражения не бывает. Даже отрицательный опыт есть опыт. Ну, сейчас посмотрим, печальное зрелище. Ну вот мои томаты, они пали, передовые ряды практически 100% погибли. Показывать, открывать не буду, пусть будет защита хотя бы для теплицы. Сегодня еще опять будет минусовая температура. Но не будем отчаиваться, рассады еще есть. Опыт буду повторять. До 1 мая я еще раз попытаюсь высадить. Все же мой рекорд был 1 мая, сегодня всего лишь 23. Ну, неделя есть в моем распоряжении. Ну, пойдем посмотрим теплицу. В теплице обстановка лучше. С утра пораньше открыли вот тут оазис. Тут вот у меня рассада картофеля. Что интересно, все, весь картофель как бы нормально сохранился. Вот тут вот шелухой, чтоб, не дай бог, мыши, чтоб не подошли. Тут все разные сорта, несколько сортов. Все они расположены по сортам. Помидоры нормально сидят. Так, ну здесь мы, конечно, еще один слой укрывали. Тут один слой был, а тут целых 3 слоя. Ну, они как бы попозже посажены. Это вот 4 апреля посажено. Правда, еще цветущих нет, с бутонами есть. Ну вот даже тут брокколи немножко, похоже, прихватило. Капуста стояла с конца, можно сказать. Вот тут вот этот листочек я заметила, немножко подвял. Но я его ни разу не укрывала, даже минус 5 было. Ну, все остальное вот сельдерей, и другая капуста вся так и стояла. Здесь вот один слой укрытия было. Здесь тепло. Закрывали мы только вчера, вот 6 часов закрыли. Все здесь нормально растет. Надо сохранить основную базу. Здесь у меня вся рассада, можно сказать, не вся рассада. В первой теплице там тоже в этих ящичках стоят. Ну, у меня джокер еще есть для второго захода. Первый заход он пропал. Гном, джокер и москвич. И одна лентяйка. Ну, не будем переживать. Что бы хотел сказать? Опыт, кто хочет. Даже ученые проводят разные опыты. У них тоже бывает и поражения, и победы. Но, как говорили ранее, без поражений не бывает побед. Победа будет за нами. Пока.